Девочки, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. И сегодняшнее видео я бы хотела посвятить обзору такого продукта, как Клерасоник. В принципе, не продукт, а прибор. Вот такую штуку. Не хочу растрачивать время особо на объяснение, что, где, как и откуда, поскольку хочу сделать покороче. Итак, что такое Клерасоник? Клерасоник считается... Это прибор для очищения вашей кожи, естественно. Но считается, что это что он аккредитируется как профессиональная чистка. То есть, грубо говоря, в домашних условиях вы можете очистить свою кожу так же, как и профессионал. То есть, в принципе, щетки, которые используют косметологами, дерматологами, могут сравнить, вернее, к ним может приравняться Клерасоник. Что такое Клерасоник? Еще раз. Вернее, как это работает? Клерасоник использует звуковой микромассаж. Вот, то есть пульсация, да, я не знаю, я вам перевожу с официальной инструкции, да, просто чтобы не сказать ничего лишнего. Значит, да, это щетка, которая использует нежный или давайте попробуем перевод быстрый. Нежный звуковой микромассаж для глубокого очищения. Значит, Мия 2 нежно очищает кожу без жесткого трения либо химических препаратов. Причем чистит так эффективно, что средства по уходу за кожей впитываются намного лучше. Что мы в результате имеем? В 6 раз лучше процесс очищения, или не очищения, процесс очистки, чем чистка руками. Чистка. Сори, я смеюсь с себя просто, какой с меня переводчик. Но я думаю, смысл вы поняли. Со временем клинически доказано, что ежедневное использование не препарата, brush, вот этой щетки, значит, уменьшает уменьшает внешний вид пор, маленьких морщин, а также тон кожи улучшает. Эта штука полностью водостойкая, можно использовать в ванной либо в душе. И, в принципе, все. Итак, немножечко хочу рассказать вам о вообще продуктах Клерасоник. Клерасоник – это, естественно, фирма, бренд, который производит не только вот такие вот электронные устройства, да, но и также производит у них, по-моему, есть еще одна такая щетка для педикюра, то есть для ваших пяток. Есть специальное очень интересное устройство. Я слышала, я видела, но не пробовала, не видела, как это действует. То есть вещь, которая помогает лучше впитываться сыроватки либо крему под глаза. Не знаю. Потом всевозможные виды щеток есть также. Но, естественно, главная вещь, чем они известны вообще, Клерасоник, это brush, да, вот эта вот щетка. Значит, первые Клерасоник, есть 4 вида Клерасоников. Есть Клерасоник Мия 2, Мия, потом Ария и Клерасоник Plus. Плюс, в смысле. Значит, Мия, это говорят, по-моему, первый был, если я не ошибаюсь. Нет. Самый первый был, и который сейчас самый дорогой считается, $229, если я не ошибаюсь. Сейчас я открою сайт Sephora. Просто я не помню, не хочу ошибаться.
Значит, да, первый оригинал, ну, то есть самый первый, это был Clarisonic Plus, $225. Это набор стоит, с набором идет там несколько их продуктов. Потом появился Mia, который сейчас стоит $99. Ну и плюс, естественно, налоги, либо доставка, но оригинальная цена продукта. Mia 2 стоит $149. И Ария, где она, Ария, 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 родная. Ну, 199, значит, 99, 149, 199 и 225. Естественно, я не знаю, как в Европе, у нас в Америке есть множество просто наборов с клеросоник. То есть клеросоники плюс еще огромное количество продуктов, которые вообще не знаю, нужно они или не нужны. Вот, значит, в чем разница между ними? Клеросоник Мия это одна скорость. Clarisonic Mia 2 2 скорости, Aria 3 скорости и Clarisonic Plus, если я не ошибаюсь, 3 скорости плюс щетка и скорость для тела, для очищения, потому что Mia, ой, Mia, господи, Plus это как система считается очистительная, потому что есть вот такая вот. Вот так он выглядит. Давайте это сделаем вот так. И, значит, выглядит он приблизительно так же, но есть вот такая вот щетка, которая намного больше в объеме. И причем эта щетка не налазит на другие клеросоники, я пробовала. Вот, значит, я считаю, что самый оптимальный вариант, если вы хотите эту вещь, да, это Mia 2, потому что Mia 2 дает вам опции, две скорости, и также вы можете подобрать любую щетку, которую вы хотите. Есть очень много щеток, то есть их нужно покупать, каждые 3 месяца менять. Есть там для acne skin, то есть для, если у вас acne есть или прыщи очень серьезные, есть, по-моему, для чувствительной кожи, для жирной кожи, то есть, ну, а есть обыкновенная, да, стандартная. Так. Уже 8 минут видео, я понимаю, что я еще не сказала то, что главное я хочу сказать. Почему я делаю вообще это видео? Есть миллион YouTube видео, ну, не миллион, но на русском языке немного, но и не особо мало обзоров этого продукта. Почему я делаю это видео? Потому что уже третье видео я сегодня смотрела на Ютубе, где неправильно, ну неправильно говорят, как им пользоваться. И все дело в том, что то ли люди путают, то ли люди не понимают. Это таймер. Самая главная вещь в Клерасонике – это таймер. Это называется для умных придумано и сильно разжевано и объясняется. Таймер на 1 минуту и 4 интервала. Первый интервал вам дается 20 секунд. И по инструкции, и для того, чтобы совпадать с интервалами самого клеросоника, нужно чистить лоб. Как чистим? Не шуруем, не трем, а приложили и очень нежно, медленными движениями вот так вот прошли сюда и обратно, смотря как вам позволяет время. Дальше, второй интервал. Опять же, дается вам 20 секунд. 20 секунд идет на другой участок вашего лица. Нос и подбородок, ну и также здесь. Я иногда тру губы, потому что это тоже не особо плохо. Так же само, очень медленно и хорошо. Предпоследний интервал. 10 секунд. Здесь услышали бим-бим. И здесь. И здесь он останавливается. Все. Больше ничего не нужно делать, кроме того, как снять щеточку. У меня просто руки жирные после крема. Снимаем щеточку. Прополаскиваем каждый день под проточной водой в течение 10 секунд.
И вот так вот, оставляя ваш клеросоник до утра, либо до вечера, смотря как вы пользуетесь. Все, положили, он должен, это правильно, для того, чтобы он служил вам больше, нужно давать ему высохнуть. Дальше. Раз в неделю моем наш дорогой клеросоник, потому что он действительно дорогой, мыльной водой, мыльной теплой водой. Еще раз говорю, все, вода непроницаем, поэтому переживать на то, что куда-то где-то попадет вода, не нужно. Щетку меняем каждые 3 месяца. Ну, 3,5, я думаю, это не будет сильно заметно. Как наносить клензер? Показываю этот, потому что этот был под рукой. Это, кстати, то, что идет с ним в наборе. Есть 2 способа. Перед тем, как начать пользоваться клеросоником, дальше нужно снять макияж. Хотя бы с глаз точно. Нужно снять полностью. Здесь это ваш выбор. Я предлагаю снимать макияж. Может быть, там где-то не вытерли, или что, это не страшно. Но главное, чтобы вы не снимали тоналку вот этим, потому что очень намного быстрее забивается щетка и портится. Это раз. Во-вторых, это перед тем, как вы будете, то есть пойдете в ванну и будете мыльным раствором, как я это называю, делать свое лицо. Значит, вы можете, самый удобный показываю способ, чуть-чуть теплую воду, намочили щетку и сюда ваше средство для умывания, то есть на щетку. Если вам удобнее на руки, либо на лицо, и потом уже это вас. Я нахожу это намного удобнее, потому что вы не расплескиваете нигде, сюда немножко положили. Во-вторых, намного экономней использовать, если вы ложите средства сюда. Еще одна вещь. Ой, здесь. Не тереть. Пожалуйста, не трите, потому что, во-первых, вы не будете видеть результатов, а во-вторых, быстрее поломается щетка. Позвольте этому дорогому устройству делать свою работу, то, за что вы заплатили бабки. Еще раз показываю. Вот, очень нежно поставили щеточку, и вот так вот, не нажимая ничего, вот так вот, просто очень медленными круговыми движениями идем с одной стороны в другую. Что еще? Еще есть очень важный момент. Если вы никогда ничем подобным не пользовались, если вы не использовали такие хорошие, знаете, скрабы для лица, чтобы аж прям кожа, уф, такая красная была, если у вас сухая кожа, если у вас чувствительная кожа, да вообще с любой кожей будьте осторожны, это раз. Попробуйте не использовать клеросоник хотя бы первый месяц на протяжении, ну, повседневно. Начните очень медленно, с 3-4 раз в день, в неделю, сори, вечером. Почему вечером? Потому что кожа не настолько чувствительная вечером, как она чувствительная утром, потому что вечером она уставшая, она очень много продукта, поэтому вот то, что вы очищаете ее, это больше результата приведет. Это раз. И во-вторых, почему вечером хорошо использовать? Естественно, попозже вы можете использовать и вечером, и утром. Сейчас я использую и вечером, и утром. Но поначалу просто будьте осторожны, дайте вашей коже возможность привыкнуть к совсем другому способу и вот этому вот массажу, да? Вы можете на протяжении месяца breakout. Вот я не знаю, как объяснить breakout на русском, но в другом смысле у вас будут прыщики появляться. Я Мия 2 недавно купила. У меня был Clarisonic Plastic и Ария. Но потом, что не понравилось, дело в том, что в Штатах очень удобно, не нравится, верну. Поэтому я возвращала свои предыдущие.
Этот я купила вот буквально недавно. Ну, я знаю, я также сама breakout от первых двух, поэтому просто дайте возможность вашей коже очиститься. Почему? Потому что вот все вот эти вот подкожные прыщики вы каждый раз снимаете на буквально, не знаю, миллиметр слоя, да, старой кожи, и они выходят назад, и по ходу где-то через месяца 2-3 у вас просто дойдет до того, что у вас чистый слой кожи без вот тех старых забитых пор. Мне, в принципе, по барабану, у меня хорошая тональная основа, поэтому я на день это все закрашивается, как говоря. Ребят, что еще хотела сказать вам по поводу этого? Я думаю, что в принципе я уже все сказала об этом продукте. Еще раз, как попугай, повторю, как это делать. 20 секунд здесь сначала, 20 секунд треугольник, 10 секунд, 10 секунд. Все, и она выключается, эта деточка. Если у вас будут вопросы какие-то, либо какие-то, ну не знаю, жалобы, либо что по поводу этого клерсоника, пожалуйста, напишите мне. Даже если я не знаю, я всегда могу обратиться или позвонить в компанию Клерасоник. Мне проще, я живу в Нью-Йорке, в Америке, и мне всегда проще позвонить, спросить. Любые вопросы, мне не тяжело, это правда. Если у вас есть вообще просто вопросы, комментарии, пожалуйста, оставляйте, буду рада на них ответить. Ну, в общем, это все. На прощание хочу вам сказать, будьте нежны к своей коже и любите ее, потому что это все, что вам дано в материальном плане. Ваша кожа и ваше тело. И всегда делайте их красивее, а свою душу богаче. Все, девочки, пока и хорошей вам недели, ведь сегодня понедельник. Все, пока.